55-летняя супруга Александра Малинина показала девичью фигуру в купальнике. Трудно предположить, что доктор Эмма – мама троих взрослых детей. Супруга Александра Малинина, Эмма всегда привлекала к себе внимание окружающих. В отличие от других звездных жен, которые после замужества быстро растворяются в интересах благоверного, Эмма сделала карьеру, став кандидатом медицинских наук, а позже открыла собственную клинику. Однако, несмотря на сильную занятость и воспитание двойняшек, супруга певца всегда выглядела хорошо и стремится к этому сейчас. В том возрасте, когда женщина в России выходит на пенсию, Малинина уверенно публикует свои фото в купальнике, демонстрируя девичью фигуру. Так недавно известная семья провела отпуск в форте де Марми. И по его итогам Эмма Малинина выложила в своем инстаграме снимки в купальнике с собачкой на руках, где наглядно показала, что выглядеть на все 100 можно и 55 лет.